Если в течение года этот человек поменял место жительства, переехал с одного адреса на другой, и административно-территориально ему ближе другая поликлиника, он имеет право пойти в эту поликлинику не только в период кампании, а в связи с переездом написать заявление, указать основание для прикрепления будет переезд его. И может обслуживаться в этой поликлинике, получать уже лечение с момента перекрепления. То есть в данном случае прикрепление связано не с кампанией перекрепления во время кампании, а с переездом. С переездом они имеют право прикрепляться, вот сколько раз будут переезжать, столько раз и будут прикрепляться. А период кампании прикрепления только может быть раз в год.